Южноуральский государственный университет посетила делегация иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи. 34 человека из 32 стран мира в сопровождении волонтеров приобщились к истории Южного Урала и познакомились с медиаэтажом Юргу. Это удивительный город с богатой историей и культурой. Кроме того, мне очень понравилось посещение университета. На мой взгляд, это очень престижный вуз. И несмотря на то, что я знаком с историей этого места всего один день, я определенно узнал многое. Гостей познакомили с историей региона на экскурсии в учебно-музейный комплекс «Народы и технологии Урала». В качестве приятного сюрприза все делегаты получили блокноты, ручки, значки и юбилейные монетки «Юргу-80». Участники посетили медиаэтаж, на котором расположен региональный студенческий медиацентр, телерадиокомпания «Юргу-ТВ» и лаборатория виртуальной реальности. Впечатление замечательное. Я увидела, что участники Всемирного фестиваля молодежи очень интересные, очень молодые, очень такие внимательные люди, которые интересуются жизнью, которым интересна Россия. И поэтому мы с удовольствием принимали их на своем медиаэтаже и рассказали о том, чем живет университет, институт медиа, чем живем все мы. И я очень надеюсь, что это было прекрасным продолжением всего того, что было на фестивале. Далее делегаты переместились в учебный комплекс «Сигма», где им провел лекцию доктор исторических наук, доцент, главный научный сотрудник научно-образовательного центра евразийских исследований ЮРГУ Андрей Пимахов. Темой стала история Южного Урала. В ходе рассказа гости познакомились с территориальными особенностями региона и получили новые знания об истории формирования местного населения. На самом деле, мне очень понравилось быть здесь, потому что здесь другая культура, другие студенты, иностранные студенты. На мой взгляд, самое прекрасное в лекции то, что нам рассказали о Челябинске, о его значимости как центра торговли, станции на торговом пути, о взаимосвязи его с монгольской и европейской историей. Находиться здесь было большим удовольствием. В заключении встречи представители Ассоциации иностранных студентов рассказали гостям о деятельности своей организации, разговорных клубах, проектах и планах на сотрудничество.